эти, они помогают нашему организму, да, бороться со всякими болезнями. Так что надо кушать фруктов очень много. Не сладости там разные, а вот фрукты именно. Что, и конфету даже нельзя? Нет, лучше фрукт съесть. Еще и овощи помогают тоже. Вот так, ребята. Жорик сказал, что лучше кушать фрукты. Да. Разные там бананы, апельсины, лимоны. Да, там еще, груши, яблоки. Еще очень полезны для нас овощи, да. Вот, да. Вот например, можно кушать кашу пшеную с тыквой. Очень вкусно. И туда добавлять медик. Вот это да, с тыквой! Да. А я думал, в тыкве только Золушка катается! Нет, нет, ее кушают очень вкусно, очень вкусно. Вот, а еще фрукты помогают и овощи вылечить грипп. Да, вот когда болеешь, там насморк или еще, они, вот ты кушаешь овощи, фрукты. Жорик, да. А давай я тебе загадаю загадку про овощи. Ну давай. У меня тут записано. Ну давай. А давай я не только тебе загадаю. Давай, ребята. Ребята, давайте я и вам загадаю загадку про овощи. Давай. Слушайте внимательно. Давай. Итак. Слушай. Как на грядке под листок закатился чубарчок. Ага. Зеленец удаленький. Ага. Вкусный овощ маленький. Так, это... Ребята. Я знаю! Это огурец! Я угадал. Я вот подумал. Думаю, что ж такое может быть маленькое на грядке? Молодец, Жорик! А вы, ребята, догадались? Правильно, огурец! А давай я вот для тебя тоже подготовил загадочки про фрукты. Давай. Слушай внимательно. Круглая, румяная. Я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Вот круглая, зеленая на ветке растет. У нас даже. И зелененькая. Ребята, что это? Круглая зелененькая растет на ветке. Стой! Это ребятки яблоко. Я стою, Жорик. Ребята, ну вы же знали, да? Это же яблоко. Да яблоко. Ой, ну давай тогда я еще одну загадаю. Ребята, слушайте меня внимательно. Слушай. Итак, зеленая толстуха надела уйму юбок. Стоит как балерина из листьев балерины. Ух ты! Что ж такое? А она у нас растет? Да. У нас растет. Зеленая толстуха надела уйму юбок. Я знаю. Из листьев. Ребята, это капуста. Это капуста. Правильно, Лёлик, ты так умный, все загадки отгадываешь. Ну я такой, да. А давай сейчас посмотрим мультфильм. Ну давай. Давай. А давай. Завтра я тебе утром еще позагадываю. А я тебе загадаю. Так, все, ой, ребята, а вы нам потом тоже загадаете загадки. Да. Валю.